Убираю изображение. Ну что, ребята, поехали, блять! Шоу начинается. Ну какое шоу, блять? Ну киберспортивное шоу, а какое еще, блять? Все, ребята, блять. Ну я не стал там разбираться, блять, кому там уступать, не уступать. Тут такой рейтинг, блять, что надо самому разъебывать. А то, блять, там сейчас возьмет какой-нибудь чел хуевого кэрри, и потом будем страдать. Тут надо сразу брать рабочего, блять, проверенного. Пиздец, этот меч очень дорогой. 1100 стоил тогда еще. 15 тысяч, блять, в руках у меня сейчас. Так, всех замьютил, всех, блять. Блять, ну как страшно, блять, играть с людьми в онлайн игры. Это вообще пиздец, блять. На стриме, естественно. Давай, иди сюда, блять, давай. Ну, ебаться будем, давай, блять, хули. Ха-ха-ха-ха, блять, сука. Ну давай, давай, 10 секунд, я ебал сейчас молотком. Главное, что я руну забрал, ребят. Хуй. Ха-ха-ха-ха, блять, хуй. Не, они не знают просто, с кем играют, ребят, представляете? Вот, мое. Представляете, человек не заходил в доту полгода. По-моему, я играю так же, как ребята на турнире сейчас играют. Ха-ха-ха! Да, ладно. Мои глаза, что я такого сделал? Подожди, какие глаза, блядь? Ноль ошибок. Ты видишь 13 крипов, блядь, на какой минуте? Блядь! Иди нахуй, блядь! Ноль ошибок. Ноль. Есть. А-а-а, блядь! Пошел ты нахуй, блядь. Ну давай, катайся, блядь, выйдешь и получишь... Пизделей. Давай, ну. Давай, один на один, иди сюда. А-а-а-а! Две тычки успею. Есть. Да блять! Сейчас, ладно, но надо звук сделать. Где команда, сука? Где мой, блять, друг, нахуй? Вообще не понимаю. Надеюсь, в это время он делал стаки. Да иди нахуй, блядь. Что это такое вообще? Помогай, шарик, блядь. Трое, трое, трое. Хелп, хелп, хелп. Бля, это пиздец, блядь. А что я сделаю? У меня они отключены. Я не могу их взять и с ними общаться. Понимаете? Я не могу с ними общаться. Я не могу с ними общаться. То есть я должен играть... Ну вот, шарик, куда ты, блядь? Что вы делаете, нахуй? Четверо там. Ладно, иду. Иду помогать своим братьям. Хуя он там пошел, блядь, танкует. Бля, помощь будет? Не, ну здесь, конечно, морф очень жесткий. Так, крипов я забираю. Наверное, я пойду лес бить. Я не буду с ними участвовать. Я ушел. Есть. Давай, блядь! Танкую! Соло, блядь! Помоги, брат! Надо было стики нажать. Ну, что-то как-то я не знаю, блядь. Я, по-моему, демеджа вот за этот файт выдал, блядь, больше, чем вся моя команда за 16 минут. Ну, чел, что ты делаешь? Есть задувочка! Стики. Все, пиздец, проебали, блять. Хорошие герои, блять. Вот самое главное, что видно, что очень сильный. Просто прыгает, блять, и ничего не может сделать. Ладно, иду на помощь. Собака совсем охуела. Давай этого хотя бы забрать. Есть, блять. Ха-ха, блять, не ожидал. Есть такое, есть такое. Ну ладно, у меня нет ультимейта, я долго буду их бить, поэтому лучше крипов заберу. Тяжело будет выиграть, очень тяжело. Так, есть кто здесь?
Забираем и сразу уходим. Есть. Не, собака, все, ты домой, блядь. Собака, ты все, блядь. Отсюда уже не уйдешь. Так подожди, Ксеныч, смотри, тут у меня два варианта. Либо я даю крутой стан и делаю хотя бы минус один, и мы файт выигрываем. Либо я покупаю БКБ, блядь, даю стан, и у меня просто не хватает дэмэджа. Ну, помощь. Бля, мы охуеем сейчас здесь. Ну, это пиздец. Там 4 героя, блядь. Не, какое БКБ? Ну, вот сейчас у меня было бы БКБ. У меня был шанс убить за 2 тычки, если бы упал крит, я бы его убил. Вот представь, что ты играешь, блядь, на этой, как его, на Мартре. И вместо того, чтобы купить там дезолятор, ты покупаешь ей сразу БКБ. Ты прыгаешь, блядь. У тебя там 7 секунд есть, но у тебя дэмэджа не хватает. Не, ребят, это полная хуйня. Без дэмэджа нет смысла от БКБ. Сначала нужно купить дэмэдж. Ну вот, видишь, таких тоже убиваешь, блядь, которые бегают. Помощь, помощь, помощь! Блядь, надо забирать! Вот, видишь? Вопросы. Куда, блядь? Давай, нахуй. Иди сюда, блядь. Нихуя себе. Оставить. А, все. Ну, а ты мог отвязаться, кстати, чел. Блядь, ты мог отвязаться, я бы убил. БКБ или взять аганим, чтобы прыгать. Ну, чисто ваше мнение. Чтобы в самом начале файта прыгать, давать 2 тычки Леону, и у них минус саппорт. И у нас большое преимущество. Как вы считаете? Ну, Джиггернаут на самом деле слабенький, у него ничего нету. Бля, без этого, без Бристалбека тяжело заходить, я не знаю. Вообще, есть ли смысл? Слушайте, я не буду заходить без Бристалбека, мы здесь сейчас проедем файт. Я не буду без него заходить. Леон в доте? О. Все, он упал, кстати. Нет, там собака очень плохо сыграл, на самом деле. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это замес сейчас будет. Блядь, иди сюда, нахуй. Блядь, у меня был стан. Ну все, его пиздец. А че он катится? Он только что катался. Не, а почему он катится? У него только что был этот спелл. Или он бесконечный у него? 39 секунд. Ну, 1 секунд. Забираем барак и убегаем. Ой, блядь! Блядь, дай выйти из стана, дай ебануть один раз. Просто бить! В такой ситуации просто бить, я не уйду. У меня есть карта. А я без ультимейта, я не буду драться. Ладно, станчик дам. Есть. Не, ну скажите, я молодец или нет? Влетаю. Помощь. Помощь братику, блядь. А почему он стоит? 5400. Не, я куплю дэмэдж. О, бежит, бежит, бежит. Сюда, блядь! На, нахуй. А где он? Ой. Все, БКБ сейчас закончится, он упадет. Ой-ой-ой. Бежать. Стики. Наебал. Не, ну надо было отходить сразу. Я не знаю, почему они остались. Так, 5600 я получил. Но в этом лобби, на самом деле, в этом лобби, у них два персонажа бьют с руки и всего один стан.
Ну, Бара, он через БКБ пробивает ультимейты, насколько я помню. То есть, в принципе, против Бара я бы не стал покупать БКБ. Получается, только Леон. Правильно? Два персонажа бьют с руки. Я бы здесь либо бабочку взял, либо взял бы... ну, не знаю, вот это обычно я не покупаю. Кирасу... Кирасу я обычно не покупаю. Либо бабочку взял бы здесь. Можно вот эту карту собрать. Ну, вот эту карту собрать. Давай. Давай, блядь, давай. Вот здесь БКБ, конечно, нужно было взять. Ой-ой-ой. Мои глаза, блядь, мои глаза. Ха-ха-ха, блядь. На, блядь, не работает. Встал. Битва. Ну, бля, я столько... Столько пользы дал, морф там бэкался. Надо уходить, ребят. Барак, барак, ебани. Ногой, ебани, барак. Все, хорош, уйти, уйти, уйти. Это победа. Нету слов. Просто нету слов, блин. Ну, сказал нормально, что, ребята, блядь, я не могу драться, блядь, у меня нету кнопок. Им вообще похуй. Есть!